Почему же стресс так сильно влияет на состояние наших волос? Во-первых, во время стресса могут обостряться очень многие хронические заболевания, которые в итоге приводят к выпадению волос. А во-вторых, во время длительно существующего стресса наш организм входит в режим экономии энергии. И естественно, он будет обеспечивать энергией то, что ему жизненно необходимо. А волосы не являются первостепенной задачей для того, чтобы отдавать им энергию. Волосы важны вам, а не вашему организму.